Всем привет! Мы на канале Малинка. Сегодня мы открываем Собкинсы третий сезон в корзинках и стикерс с глубины моей. И мы тут нарисованы и рыбки, и осьминожки, и даже медузы, и даже морские звездочки. Ну давайте открывать. Начнем с подводной лодки. Так, я немножко приболела. Вот так. Наверное, так надо быть. Я сейчас угадаю, как будет оно открываться вообще. И оно не открывается, и... А как оно открывается? Вот тут, не знаете? Наверное, вот так. И ручка, да? Ух ты, класс! А вот тут, вот вам покажу я вперед, а вот это сбок, а это второй бок, а это зад. А тут, о, тут можно тут 5 стикиза, даже можно тут соревнования делать. Ну все, класс! Ну, я таких еще никогда не видела. Пока, ты стой, а я пока открою. А сейчас мы найдем этого дракона тут. Вот такой он. Вот такой. Классный дракончик, а сейчас мы его тут найдем. А, я нашла его тут. Вот тут. Такой он. Классный. Вот такой. А это вот тут. Посмотрите, как он здесь поместился. Во все, я сейчас посмотрю. И он, видно его через окно. А где он? А вот он. Тогда открываем следующий стикерс. Он такие красные. Что же я еще хочу открыть? Ой, это кто у нас? Вот тут он. И где он? А, внизу он. И, да, внизу. Он такой классненький. Да, и кто это? Яйцо какое-то. Мы его прицепим вот сюда. Где у всех фото, туда нужно все прицепить. Вот смотрите, какая тут белка. Открываем следующий Собкинс. Ого, лопнул. Когда стикерсы не лопали? Именно что они лопали. Это кто? Это у вас такой? Он классный! Это морской конёк! Он такой классный! Он такой классненький! Я его люблю, морские конёки. Даже морские свинок, да, свинки. Видно, видите, он смотрит в окно. Остальные внизу, и они, вот они там не видно в окно. Открываем последние сопки. Так, лоп. Лопаем. Ой, сдулся. Это дело. Это акула. Его сюда нужно. Он такой классный. Класс. И мы помещаем сюда. Вот так. Вот. И последний это Собкинс. Вот такие он классные. Это все уже Собкинсы у нас открылись. Теперь, оп,
из окна. А я вам сейчас покажу. Вот, смотрите, ребята, они могут тоже соревноваться. Начинаем перегонки. Все, уплыли на скалке, а время соптится. Где-то тик-тик, лапа, тик-ка-ка. А теперь самое интересное. Я сейчас позову своих кукустельник. Вбиваем. Сейчас кого-то из них позову. Привет, Ксения! Я сейчас ты будешь кушать. Опа, что там у тебя попался? И что это будет у нас? Ксения, очень приятно тебя видеть во всем. А я сейчас тебя открываю во всем. Это кто? Это зонтик, ты будешь ходить или под дождем. И это что с ябками. Ой, какая приятный кукольный домик. Ой, какой приятненький. Все, вынесла. Кто это у нас? Сейчас почитаем. Шапкинс, это из Замки и из Украины. Шопкинцы бывают везде просто. Это копачок, то есть червячок, а это пьянок дзюн-дзюн. Ксения, ты где? Приходи. Ой, привет! А можно я пока возьму? Лайда! Я пока возьму корзиночку. Это пряник дзюн-дзюн. Это что, у них имена твои есть? Это моя съявка. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Маринка. Дальше, всем пока!